Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и подходит к концу отправочный сезон для комнатных цветов. По крайней мере, у нас в Сибири он подойдет уже через месяц. И поэтому у меня грандиозные распродажи. Предлагаю вам приобрести наборы шикарнейших декоративно-лиственных бегоний по самым низким ценам. Телефон для заказа 839-464-6004. Пишите, пожалуйста, на WhatsApp. Набор номер 1. По 150 рублей за штучку, в наборе 10 штук. ДС «Весенний сад». Мастер «Штаг». Серебряная бегония. ДС «Жгучая страсть». ДС «Япония». ДС «Веселая метелица». ДС «Чалыкушу». Шарм. КА «Хамелеон». СВ «Трансильвания». Картаджена. По вашим многочисленным просьбам специально сделала наборы с фотографиями, чтобы вы могли увидеть их воочию, потому что не все женщины могут найти их в интернете. Самая шикарная бегония ДС 31 июня. Оттеняет ее серебро. Мастерштаг. ДС «Веселая метелица». Кружевная, очень крупная. ДС «Жгучая страсть». Куда же без нее? Украсить любую коллекцию. ДС «Весенний сад». Яркая, сочная зелень. ДС «Праздник». На этой фотографии справа ДС «Антарес». Отдельной фотографии у меня не нашлось. Красотка, шарм. ДС «Чалыкушу». И «Картаджена». И два набора по 200 рублей. Те, которые были по 300. Оценка сразу на сотню. Также в наборе 10 штук. Это «Лилиан», «Сатин Шелл» во всей своей красе. Только так он может окраситься на подоконнике. «Природник», «Соли Мутата». «Красавчик», ДС 31 июня. КА «Сакура», ДС «Малинка», «Даян», «Шоколадный крем», ДС «Женское оружие», ДС «Белая замша». В наборе номер 4 я собрала самые дорогие природники и добавила бегоний попроще. Итак, соли мутата. Всего лишь по 200 рублей. Это канкан. Серебряный красавец. Малайзия. За такую цену это просто шик. Пушистик Сайс Морео. Бунчи. Кудрявая красавица. ДС «Белая замша». Бегония «Природник» Фиста. Грин Годдес. Зеленый крупный лист, светящийся при ночной съемке бирюзой. Картаджена. И ДС «Английский Дэнди». Итак, для заказа пишите номер выбранного вами заказа. И, конечно же, я считаю вам накладную и жду от вас полной оплаты. Без полной оплаты распродажные растения не бронируются и не отправляются. Торопитесь. Как вы понимаете, наборов осталось немного. Да и сезон в Сибири заканчивается очень быстро и непредвиденно. До новых встреч!